Итак, приветствую, дорогие друзья, Грим Оптимист на связи, мы с вами продолжаем играть Dark Souls. Сейчас мы пойдем в одну локацию, очень такую жесткую, но там есть много полезного, и нам еще предстоит там по сюжету, скажем так, углубиться. Вот, не уверен, что мы сегодня там успеем много пройти, потому что локация очень сложная, мне она практически незнакомая, видел только там на чужих прохождениях, и то довольно давно, поэтому плохо помню. Так, давайте мы... Все-таки восстановим до конца здоровья. Еще бы и нет. Вот, я тут немножко еще левел поднял без вас там. Ну, в офлайне там ничего интересного не происходило. Я такие моменты не выкладываю. То есть, где просто какая-то, ну, там, фарм какой-то. Или там из одной локации в другую я там бегаю. В общем, чтобы скучно не было. Вот, тут будет новый вид противников. Эти змеи-люди, или как они там называются. Вот, не знаю, как я с ними буду справляться, еще непонятно. Вот, тут я, насколько помню, есть такая хитрость. Так, хитрость не проканала. Понятно. Тут надо, я просто ожидал, что они будут, ну, не сразу начнут стрелять. Но ничего, это фигня. То есть, это, тут бонфайр рядом, это... Так, разминочка. Вот, жесткая тема на самом деле достаточно. Так, понятно. Почему-то эти стрелы в этот раз не стали бить. Так, два змеи-человека. Если ты думаешь, что... О! Нормально. Там этими стрелами одного из них положило. Так. Ты что, охренел, что ли? Так-то несложные, в принципе. Вот если двое, то, конечно, опасно, а так по одному-то они. Ну, не особо. Блин, две фляги уже прямо это израсходовал. Ну, мы по-любому с вами с первого раза не пройдем, поэтому. Душа отважного воина, это хорошо. Так, ну что, друзья, давайте продвигаться. Вот. Здравствуй, принц Персии называется. Так-то, как бы, проблем с этими штуками нету. То есть, когда враги не мешают, то есть, это все, ну, не сложно. Ой-ой-ой, не падай только. Только не падай ты, мать твою, а. Блин, если я буду на каждой этой твари столько здоровья потратить, это добром-то не закончится. Так, стоп. Ты чё? Дурак, что ли, совсем? Так же убить можно. Не, все эти... Ну, я говорю, с первого раза мы все равно с вами не пройдем. Это так, пока. Тут как... Ну, как в любом уровне Dark Souls, то есть прохождение уровня, оно никогда не бывает с первого раза. И с каждым, как бы... Тут сейчас будет на самом деле жесть. Давайте, кстати, возьмем щит, который от магии нас защитит. Мы вроде такой нашли, или нет? Так, подождите, ребят, сейчас. Вот, магия, 80 защита. Вот мы его и поставим. Оно будет нас защищать от магии. Хотя это, по-моему, электричество. Давайте проверим. Нет, нормально защищает. Только давай ты не будешь падать, хорошо? Фух, так. Ой-ой-ой. Забыл? Точнее, не забыл, а не знал скорее, но ничего. Пока, в принципе, все ок. Большой осколок титанита. Ну, нам они не сильно нужны, мы знаем, где их можно нафармить очень много, но пусть будут. Вот, я слышал, что можно, короче, здесь проломить эту стену, используя вот этого вот урода. Давайте мы попробуем с вами это сделать. Так, а этот щит, он что? Как он? Так, сейчас, секунду. Нет, физический урон он полностью. Не, хороший щит вообще для этой локации идеально подходит. Вот, значит, что нужно делать? Чем его... Пластанем его немного.
Так, тихо. Так, а почему? Вот, он проломил эту херь. Это я подсмотрел, конечно же, в чужом прохождении, но тем не менее. Да, по первоку, конечно, мы очень сильно теряем здоровье, и по-любому мне... Тут вот сидит хрен, его можно выпустить, но мне нужны для этого либо отмычки, либо ключ. Ключ, он есть на этой локации, но он далеко достаточно. Вот поэтому мне придется... Это я так пока, ну, просто сломал, чтобы... Я не знаю, в следующий раз-то надо будет, нет, ломать, или тут, по-моему, оно уже будет сломано. Вот интересно мне. Вот мне кажется, что заново придется ломать. Ну, я до бонфайра по-любому не дойду сейчас. О. Ну. Твою мать, они... Два удара у них. Все, поиграл, Дима. Ну, плохо блокируются атаки. Можно, конечно, парировать их, но я парировать не умею. По-нормально. Блин, надо, короче, чтобы его камнем этим убило. Сделать. Так, ну ничего, нормально. Сейчас мы уже знаем. Стену пока ломать не будем тогда. Чего ее ломать? Все равно нам нечем открывать. Это просто я так, ну, хотел удостовериться, что действительно. По идее, ее можно еще валуном пробивать, но это дикий геморрой, как говорят. Так, придется с ними так теперь драться. Хотя нет. Давайте-ка. Я не... Ну ладно, чё, черт с ним. Так, убьем этих уродов. Давайте. Уроды, бегом. По одному только, сучки. Ай, ёб твою налево, а. Да ё-моё. Это что, живой, что ли? Я же вроде убил его. Мощные сволочи. Непривычные, тем более, враги. То есть я с такими еще не сражался, и мне приходится привыкать. То есть тут каждый противник бьет по-своему, и надо привыкать. То есть к его... На самом деле я понял, как тут проходить. Сейчас я уверен, что вывезем. Надо уклоняться, короче. Не надо подставляться. У них слишком мощные мечи, чтобы это... Блин, мало урона. Блин, надо этого сначала зарубить, короче. Черт, мать твою, а. Почему бэкстепа не получается на нее? Понять не могу. Давай, иди сюда. Блин, если я так буду, конечно, фляги терять на них, это вообще будет полная жесть. О! Получилось. Все, нормально. Ну, уже лучше. Меня тут соседи, кто-то вальс играет на фортепиано, не знаю, слышите вы или нет. Хотя с этим микрофоном, наверное, вы вообще все слышите. Хороший щит, реально прикольный, мне очень нравится. Такой от магии нормально защищает, хоть, ну, относительно, конечно. Так. Так, тихо. Просто, чтобы не упасть, лучше мы здесь с ними будем. А что, он поиграл уже этот, да? Упал. Вот незадача. Нормально, так. Тут кто-то сдох только что. Нормально, защищает вполне. Ой, блядь. О. Черт, не... Плохо у меня с пространственным зрением. Не увидел эту херню. Блин, я чувствую, я на этой локации надолго застрял. Надо кольцо еще найти, говорю. Обязательно, потому что оно мне очень сильно понадобится.
Так, давайте восстановим стамину. Че, ублюдки? Давайте по одному. Блин. Так, этого урода мы порезали. Норм. Видите, какая у них атака, да, длинная? Ну, то есть они это прямо... Блин, неудобно тут до чего, а? О, получилось. Бэкстепами надо их, конечно, валить. Нормально, урон проходит. Змеиный большой меч. Но у меня силы не хватит, чтобы им пользоваться, поэтому практически бесполезно. Это для мощных персонажей, таких, ну, там, тяжело бронированных, которые пользуются тяжелым оружием. Ну, я, короче, к таким не отношусь, поэтому... Тут лучше вот так, короче, вид делать, потому что... Твою мать. Давай, давай. О, нормально. Полетел. Так, тихо, тихо, я сейчас тоже полечу такими темпами. Так, тихо, 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 тихо. Будем аккуратно. Помню. Фламберт, ну-ка, интересно, что это такое. Какой-нибудь шлак, наверное, опять. Ну, как шлак? Ничего, меч-то, в принципе. Тип атаки, резкий удар, большой меч. А, это большой еще меч. Нет, черт. Большие мечи не мое. Мои так, мое такое, такие, более компактные. Так, проламывать стену мы не будем в этот раз. Так. Туда нам сейчас, наверное, да? Или не туда? Они сейчас встанут. Или нет? Не понял, а чё, они все мертвые? Этого хрена мы не видели, но он там с... Блин, туда вот можно спуститься, кстати. Да, смеется он как идиот конченый. Ну, это нормально. Тут в этой игре все персонажи как мудаки смеются. Поэтому не стоит этому удивляться. Сейчас, короче, мы с вами, друзья, должны... Во-первых... Сейчас подождем еще один шар. И должны туда забраться. Тут главное не спешите, все нормально будет. Блин, я не туда, а куда-то. А, что-то я затупил, ребят. Переглючивал немного, сори. Ну ничего, нормально, ничего страшного. Тут как бы, ну, не опасно, если не спешить и не суетиться. Там просто так, с такой высоты, видимо, придется падать или что, или мне кажется уже. Я хочу вот эту хрень светящуюся поднять еще. А! Какой-то сундук.
Кольцо стальной защиты. Что это такое? Ну-ка, давайте заценим. Кольцо злого глаза, кольцо стальной защиты. Повышает защиту от физического урона. Что, серьезно, что ли? Блин, не знаю даже как-то, может, одеть его, что ли? О! Потерял, правда, здоровье, но зато мы взяли шател. Что это такое? Заценим. Кучу мы уже нашли оружия. Легкий, как короткий кривой меч. Ну, нормально, пусть будет. Заново все это, правда, пробегать придется, но нет, это не проблема. Давай. Твою мать, не успел чуть-чуть. Ну нам сюда сейчас. Тоже вот плохая привычка, надо сначала пить, а потом идти уже, потому что... Твою мать. Видали, да? То есть вот нельзя расслабляться тут как бы вообще ни насколько. Да блин, делай ты бэкстеп уже, а, твою мать. Придется так его резать. Не делает почему-то бэкстеп, у них как-то, ну, сложно. Блин, ну я, конечно, здоровье теряю вообще по жести просто. Твою мать, а! Тут, ну, надо запоминать. Знаете, как на Денди, помните, было раньше, да? Вот, тут, короче, надо стену пробить, и там как раз лежит кольцо, которое нужно. Или нет? Может быть и нет. Я не помню. А, да. Заполниться должен этот. Все правильно, ребята. Сейчас. Все правильно. Ладно, эти камни хоть не с одного удара убивают, и на том спасибо. Вот, проломило это говно. Сейчас тут камень еще пройдет, сейчас. Вот, это суперское кольцо. Туда нам не надо, по-моему. Самое важное кольцо на этой локации. Так, вот это, короче, не сундук, это мимик. Вот я помню просто хорошо это место очень. И проблема в том, что если я попытаюсь, типа, в него что-то взять, то он меня начнет жрать и, скорее всего, убьет. Мимик очень опасная тварь, и на самом деле я не уверен, что я смогу его зарезать. Но мы, конечно же, попробуем. Поиграл, пацан. Вот, и заодно мы взяли копье молнии, которое у него лежало, и которое, кстати, может быть, мне еще и пригодится. Неплохо, кстати, наносит. Копье молнии. Надо будет его прокачать, и я думаю, что это... Так.
Так, нам, наверное, наверх сейчас, да? Блин, что-то тут кровь мне не нравится. Видимо, если я бы не спрыгнул, то мне бы настал бы конец после этого. Глаз что-то зачесался, сори. Ну, на самом деле, ничего, говорю, сложного в локации нету. Надо просто знать, где какие ловушки. То есть, выучите вообще элементарно. Тут враги не особо опасные. Ну, как, они опасные, конечно, но... Так, тут не открыть. Так, тут вот камень может пролететь. Туда, в ту сторону. Так, интересно, куда сейчас идти надо, а? А, ну здесь мы были, помню. Так, сейчас давайте посмотрим, куда оно летит. Туда было, да? Нет, туда. Там ничего нету. О, ну-ка. Берегись, капкан. А, ну да, тут это опасное место. Это вообще жесть. Если туда попасть, то все, проиграл, пацан. Восславь солнце. Блин, меня раздражает эта надпись, она везде что-то. Где тут ты солнце увидел, а? Ау. Где ты увидел тут солнце, мать твою? Блин, я что-то боюсь этой вообще этого места. О, пробежал, ребят, все. О, давай. Братюня, я скучал без тебя. Вот так вот. И в жопу ему такой коронный добивающий ему удар. Что-то мне подсказывает, что нам туда лучше не идти, да? О, еще одна. Тварь. Блин, я не знаю, куда идти тут. Так, ага, ладно. Ну давайте, тут что-то лежит, может что-то полезное. Место опять... О, так, тихо. Что-то может быть опасно. Так, сдохло, отлично. Эти-то не опасны, то есть они, ну... Фу, блин, что-то я вообще это... переочковал здесь. Большой осколок титанита, хорошо. Аккуратно, главное, идем, не бежать, главное. Потому что я не хочу заново все это проходить, хотя, скорее всего, конечно, придется. Ой, ёп, твою мать. Я не знаю, что с этой, что с этой тварью сейчас делать. Ой, блядь. Нахер я нажал вообще этот перекат? Ну ничего, нормально, сейчас все затащим тут. Заново, все просто, все заново. Ну тут как бы говорю, то есть сейчас-то проще будет, потому что я уже знаю, что где. Главное собраться, сейчас пройдем. Сейчас нам уже чисто, ну... Чисто надо дойти до бонфайра следующего, до него на самом деле довольно близко. Блин, почему они полностью осносятся у него здоровье? Блин, твою мать, а. Иди сюда.
Хорошо. Зашло. Живой еще. Мощные твари, конечно. С такими мы еще, ну, не сталкивались. Не особо опасно, говорю, если вот знать, как их убивать, то не, ну, ничего сложного нет. Блин. Если, короче, сейчас не удастся, то я, ну, отключусь и включусь уже, как обычно, когда пройду. Потому что, ну, я не хочу вас мучить просто этим всем. Вот так вот сделаем. Че, ушел, что ли, братюня? Да? Лучше обойти препятствие. Переть, как вы понимаете, не стоит напролом в этой игре. Ау. Так. Блять, да ебаный ты. А-а-а! Какого черта? Ладно, все, отключаюсь, короче. В следующий раз включусь, когда уже дойду до того места, когда мы в прошлый раз сдохли, и пройду его. Ну, то есть вот пробегу эту штуку. Итак, значит, мы продолжаем. Я прошел, я знаю, с какой попытки. Ну, честно говоря, подзадолбался немного. Вот, и сейчас нам нужно как-то дойти до бонфайра. Он тут где-то вроде недалеко, если не ошибаюсь. Какая жесть, а. Вот здесь бонфайр находится. Его можно не заметить. Нужно человечность. Вот. Все, зажгли. Давайте присядем. И слава богу, мы прошли этот ад весь. Вывезли. В следующей серии мы с вами продолжим. Тут скоро уже босс будет. Вот. Ну и будет еще много интересного. Так что оставайтесь на канале. Не забывайте там подписываться, ставить лайки. Не знаю, там в группу ВКонтакте тоже можете вступить. Увидимся скоро. Всем удачи. Пока.